Глава округа Андрей Иванов обсудил с директорами ДК возможности по повышению эффективности работы домов культуры. Совещание состоялось на площадке КДЦ имени Кобзона в Успенском. Сегодня в муниципалитете работает 39 учреждений культуры клубного типа. В них открыто 640 кружков по хореографии, вокалу, изобразительному, театральному и декоративно-прикладному творчеству. При этом основная задача – это востребованность культурной программы и польза для жителей. Для дальнейшего развития ДК необходимо активно внедрять современные информационные технологии, увеличивать объемы внебюджетного финансирования и предлагать жителям интересную событийную программу, которая разнообразит их досуг. Площади учреждений культуры должны быть использованы эффективно, подчеркнул Андрей Иванов.